This conference will now be recorded. Сначала немножечко расскажу о себе. Зовут меня Павел, и я думаю, многие из вас уже со мной знакомы. Но если не знакомы, то вы можете видеть меня на слайде. Сейчас, правда, я немножко изменился. Фотография довольно старая, но, тем не менее, похож. Все еще похож. Обладаю большим количеством статусов, в том числе статусами CCSI и CCAI, Certified Cisco Systems Instructor и Certified Cisco Academy Instructor, что позволяет мне от лица компании Cisco Systems проводить авторизованное обучение. Статусов у меня вообще довольно много, и я не стал перечислять их все на слайде. Часть из них вы видите, но если вам будет интересно подробнее познакомиться, узнать обо мне, посмотреть дополнительную информацию, всегда дополнительную информацию можно будет увидеть на моем сайте monachfps.ru. Работаю я в центре специалист, занимаюсь преподаванием курсов в выходные дни и по вечерам. В то время, когда не работаю на основном месте, на предприятии. Центр специалист – это крупнейший учебный центр России и Восточной Европы. Больше миллиона человек мы отучили, больше 80 учебных классов и невероятное разнообразие курсов. Более 1000 курсов есть в нашем портфолио. И на рынке мы уже 28 лет, скоро 29, если я не ошибаюсь. И конкретно к одному из курсов и приурочен данный семинар. Ту информацию, которую я озвучу на семинаре, можно увидеть, послушать, почитать, попробовать на практике. И не только то, что я расскажу сегодня, но и много чего еще. Можно посмотреть на курсе, который называется «Сеной версии 7.0. Маршрутизация и коммутация в сетях Cisco». Я считаю, что этот курс, по сути, это первый шаг в карьере любого сетевого инженера. Даже не обязательно, если вы не будете в дальнейшем работать с оборудованием Cisco Systems. Возможно, вы будете заниматься сетями на основе построенное на основе оборудования других производителей. В целом, это довольно хороший и подробный курс по сетям. Сети должны быть одинаковы между разными производителями, чтобы мы получали совместимость и могли общаться по всему миру. Поэтому если убрать из курса специфику работы оборудования Cisco Systems, в целом это выходит очень хороший и подробный курс по сетям. Ну, а без сетей, я думаю, сейчас никуда. Курс занимает 210 академических часов, из них 48 часов с преподавателем, со мной чаще всего, и 162 часа самостоятельного обучения на прочтение материала, на проделывание дополнительных заданий, лабораторных работ. Новая версия курса, версия 7.0, появилась 24 февраля этого года. По сути, новая версия – это обновленная версия старого курса. Из новой версии убрали множество неактуальных тем, которые были неактуальны и для России, а теперь стали, судя по всему, неактуальны и для Америки. Плюс в этом курсе содержится ряд новых тем, которые Cisco Systems посчитала важными. Например, очень много посвящено вопросам виртуализации и автоматизации управления сетью и конкретно управления кампусом или подключениями удаленных филиалов. Так как на уровне CCNA больше нету отдельных направлений, чтобы компенсировать, часть информации из бывших курсов CCNA Security и CCNA Wireless, курсы, соответственно, посвященные безопасности и беспроводной связи,
частично, не полностью, а частично были перенесены в новую версию курса. В целом, на мой взгляд, я считаю, курс стал охватывать большее количество тем, большее количество информации, с которой начинающий сетевой инженер или техник может столкнуться. И, наверное, это хорошо. Курс, я думаю, будет полезен, в принципе, всем IT-специалистам. Больше, конечно же, от курса получат пользы сетевые инженеры начального уровня, сетевые администраторы, технические специалисты отделов эксплуатации и поддержки сети, специалисты технической поддержки пользователей, ну и, конечно же, желающие получить в дальнейшем сертификацию CCNA. Курс является официальным курсом для подготовки к экзамену, одноименному экзамену CCNA за номером 200-301. Программа курса довольно объемная, и трудно было бы ее поместить сюда на слайд, получился бы очень мелкий текст. Всегда с программой курса можно ознакомиться на сайте. Если вкратце, то курс состоит из трех больших частей: введение в сети, коммутация, маршрутизация и основа беспроводных сетей, и сети уровня предприятий, безопасность и автоматизация. Можно подробно почитать, что входит в каждую часть. Более того, можно посмотреть, да, какие темы входят в каждый из трех модулей и какие лабораторные работы имеют место быть для отработки практических навыков. Не буду более заострять на этом внимание. По поводу дат. Расписание составлено и на ближайший год, и на следующий год. Если вас заинтересует информация, представленная на этом семинаре, и вы захотите поучаствовать в полноценном курсе, то ближайшие даты начала к сегодняшнему семинару – это 26 августа. Курсы по вечерам, два раза в неделю, всего два вечера, понедельник и среда, вот с 26 августа по 5 октября. Ну, хватит рекламы. Давайте перейдем непосредственно к теме семинара «Основа работы с командной строкой Cisco IOS». В первую очередь я хотел сделать семинар для тех, кто, наверное, никогда с оборудованием Cisco Systems не работал или, может быть, хотел начать, но по какой-то причине боялся, что-то у него не получалось. И, наверное, это будет информация больше интересная новичкам. Представим себе, что вы подключились к устройству под управлением Cisco IOS, например, к коммутатору, используя консольный кабель. Видите стандартное приглашение на экране о том, что у нас доступна консоль, и необходимо нажать кнопочку Enter для того, чтобы приступить к работе. Как только вы нажимаете Enter, прорисовывается строка текста, и курсор вот так вот незатейливо показывает на пустое место в ожидании ваших команд. Внутри Cisco IOS есть несколько режимов работы. Они между собой довольно сильно различаются. Когда вы подключаетесь к устройству впервые, вероятнее всего вы попадете в так называемый пользовательский режим User Exec Mode. Как я определил, что мы попали с вами в режим пользовательский, или еще его называют непривилегированным? Давайте посмотрим внимательно на строчку текста, которая была написана перед курсором. Это так называемое приглашение, та строка, которая будет выводиться каждый раз.
Приглашение по умолчанию состоит из двух вещей. Первое – это имя устройства. Так как наш коммутатор не настроен, мы видим его имя по умолчанию – switch. Если бы это был маршрутизатор, мы бы увидели слово «роутер». После имени устройства стоит значок «больше» или галочки, как его иногда называют. Вот этот значок «больше» как раз и указывает на то, что мы находимся в режиме пользовательском. В пользовательском режиме мы ничего настраивать не можем. Мы можем только смотреть разнообразную информацию. И еще в пользовательском режиме, кроме того, что мы не можем ничего настраивать, мы также не можем оборудование перезагрузить. В общем, это такой режим, можно сказать, режим гостя. Можно посмотреть, но ничего сделать нельзя. Подходит для техников, которые не должны иметь возможности перенастройки, вот, но должны иметь возможность выполнить базовые диагностические команды. Кроме пользовательского режима, или кроме непривилегированного режима, существует режим привилегированный. Для того, чтобы перейти в привилегированный режим, нам необходимо воспользоваться командой Enable. Как только вы ввели команду Enable и прожали Enter, на первый взгляд ничего не поменялось, но если присмотреться, то значок «больше» изменился на значок решетки. Этот значок решетки как раз и указывает на то, что мы находимся теперь в режиме привилегированном. В этом режиме все еще нельзя ничего настраивать, но в этом режиме можно смотреть все, что угодно, и устройство можно перезагружать. Так как этот режим обозначает символом решетки, иногда его так и называют – режим решетки. На сленге бывалых специалистов в области Cisco. Вводим режим решетки. А где же, собственно, устройство можно настроить, пока мы на него могли только посмотреть? Чтобы устройство настраивать, необходимо войти в режим конфигурационный с помощью довольно сложной и длинной команды конфига. И не просто конфига, а с дополнительным параметром терминал. Вы попадаете в итоге в режим так называемого глобального конфигурирования. Почему глобального? Это не значит, что отсюда теперь можно управлять всем миром, как это пытается сделать Трамп. Глобальное конфигурирование, потому что все настройки, которые мы введем в этом режиме, будут отражаться на работе всего устройства целиком. Например, к глобальным настройкам относятся такие вещи, как имя устройства, имя домена, шлюз по умолчанию и множество других. Как я определил, что мы находимся в режиме глобального конфигурирования? В приглашении между именем устройства и значком решетки в круглых скобках появилось слово «config». Если мы видим просто слово «config», значит, мы находимся в режиме глобального конфигурирования. Режим глобального конфигурирования – это не единственный режим настройки. Если, к примеру, вам необходимо настроить конкретный интерфейс или порт, например, его включить или выключить, это нельзя сделать здесь. Вам потребуется войти в определенный подрежим. Подрежимов, надо признать, довольно много. Одним из самых частых подрежимов является, например, режим конфигурирования интерфейса. Только в целях демонстрации покажу, как мы можем идентифицировать подрежим конфигурирования интерфейса. Для того, чтобы попасть туда, необходимо воспользоваться командой «интерфейс» и дальше ввести название интерфейса, который вы хотите настроить. Как видите, приглашение изменилось. Просто слово «config» ушло,
и вместо него мы уже видим написанный config defis if interface. Значит, мы находимся в режиме или подрежиме конфигурирования интерфейса. В этом подрежиме все настройки, которые мы введем, скажутся непосредственно на том интерфейсе, который мы указали заранее. Никак настройки, введенные здесь, не смогут повлиять на работу устройства целиком или на другие порты. Получается, у нас есть некая иерархия. И режимы Cisco IOS устроены иерархически. Сначала мы попадаем в режим непривилегированный, пользовательский. Из него попадаем в режим привилегированный. Из привилегированного режима попадаем в режим глобального конфигурирования, а из него можем попасть в различные подрежимы, в зависимости от того, что вы хотите настроить. Поначалу это может казаться несколько непривычным, но эта иерархия, на мой взгляд, довольно удобна. И, в принципе, люди довольно быстро к ней привыкают. Допустим, теперь вы хотите выйти из подрежима конфигурирования интерфейса, и у вас есть несколько вариантов решения этой задачи. Если вы хотите, например, выйти на уровень вверх, вернуться в режим глобального конфигурирования, вы можете воспользоваться командой exit. Команда exit выводит вас на уровень вверх. Если, находясь в режиме глобального конфигурирования, набрать exit, мы выйдем из режима конфигурирования в принципе и попадем снова в режим решетки. Я еще раз ради теста зайду в режим конфигурирования интерфейса. Если вы не хотите писать несколько раз команду exit, то можно выйти из любого подрежима, как бы глубоко вы ни ушли, с помощью команды end или сочетание клавиш Ctrl-Z. Каждый раз, когда вы входите в конфигурационный режим, Cisco IOS на экран выводит строчку текста с этим интересным сочетанием клавиш. Если набрать end или Ctrl-Z, что, в общем-то, равносильно, мы вернемся снова в режим решетки, как бы глубоко мы ни ушли. Прекрасно. Чтобы вернуться в режим непривилегированный, допустим, мы больше не хотим устройство настраивать, не хотим причинить ему случайно вред, мы можем воспользоваться командой disable. Надо сказать, что команда disable – это настолько редкая команда, что, по-моему, никто в жизни реально ее не применяет. И ее показывают обычно в курсах в момент изучения командной строки или вот на семинарах вроде этого, но потом в жизни она никому не нужна. Это так, примечание для общего развития. Когда вы работаете с командной строкой, от вас ожидается ввод некой команды или команды с параметрами. И вот здесь основная проблема. Когда у вас интерфейс графический, то вы видите на экране кнопочки, списки, меню. И даже если вы не очень в программе ориентируетесь, то просто полазив по меню, посмотрев на название кнопочек, можно примерно представить, что тут можно сделать. В общем, порог вхождения получается довольно-таки низкий. Когда вы работаете с командной строкой, как видите, здесь пустая строка текста, и не очень понятно, что можно делать. Конечно, можно зайти на сайт cisco.com, найти ваше оборудование по модели и почитать по нему документы, например, Command Reference – это описание всех команд и всех параметров, которые есть на данном устройстве. Надо сказать, вряд ли кто-то в жизни пользуется постоянно Command Reference. Это не очень удобно. Command Reference обращаются тогда, когда хотят почитать подробную информацию об уже известной команде или параметре.
Второй вариант документации – это так называемый Configuration Guides. Это пошаговое описание настройки различных протоколов, механизмов и так далее. Configuration Guides тоже будут перечислены команды и параметры с кратким описанием, но в отличие от команд референса, команды будут представлены только те, которые необходимы для решения конкретной задачи. Однако новичку не обязательно лезть в Configuration Guide или в Command Reference, и можно получить пользу от встроенной в Cisco IOS справки. Например, вы хотите узнать, какие в принципе доступны команды в режиме пользовательском. И тогда вам на помощь приходит спасительный значок «Вопрос». Если вы находитесь, неважно где, в пользовательском режиме, в привилегированном, в режиме глобального конфигурирования, еще где-то. И вы не знаете, что дальше, вы не помните команд, вы хотите, ну, чтобы вам хоть немножко намекнули. Введите значок вопроса, и вы увидите, как на экран посыпется сообщение. И что будет в этих сообщениях? Экран будет поделен на две части. С левой стороны вы увидите все команды, доступные в этом режиме, отсортированные по алфавиту. С правой стороны вы увидите краткое описание того, что эти команды делают. Описание действительно довольно краткое, буквально одна строка. Это неполноценное руководство, но это уже может навести вас на определенные мысли. Если команды не влазят на экран, вы видите ключевое слово more, и у вас есть несколько вариантов действий. Можно нажать Enter, и тогда справка будет отрисована по еще одной команде. Если вы не хотите пролистывать по одной строке, а хотите промотать целый экран, можно воспользоваться кнопкой пробел, и тогда будет отрисован еще один экран. Как видите, в пользовательском режиме команд тоже довольно много. И если пробежаться глазками, то можно найти, например, такие команды, необходимые для диагностики, как ping или telnet или traceroute. Те команды, которые необходимы технику для диагностики. Но среди всего, например, нету команды reload для того, чтобы оборудование перезагрузить. Я вернусь в режим привилегированный, еще раз наберу команду enable и воспользуюсь контекстной справкой еще раз. Еще раз нажму спасительный значок вопроса. Вижу, что на экран не поместились все команды. Заветное слово more. Нажимаю пробел, а вывод не закончился. Так как мы теперь находимся в режиме привилегированном, то количество доступных команд выросло. И теперь недостаточно нажать один раз пробел, чтобы увидеть все. Как видите, команд стало, ну, значительно больше. Среди них, например, появилась команда Reload для перезагрузки устройства и множество других. Хорошо, допустим, вы поглядели и увидели интересную команду под названием Clock, которая управляет системным временем, системными часами. Вы вводите команду Clock, но вы не знаете, что делать дальше. В командной строке обычно предполагается ввод команды, а после нее ввод определенных параметров. Если вы работали в командной строке Windows или в командной строке Linux, то вы наверняка помните, что есть так называемые ключи, которые надо писать либо через дефис, либо через слэш и указывать какую-нибудь буковку, например, минус T, минус P. Иногда буквы бывают большие, иногда маленькие. И разные буковки значат совершенно порой разные вещи.
Инженеры Cisco подумали, что надо отойти от подобного задания параметров. Это не очень, на их взгляд, удобно. Но я считаю, это действительно так. И теперь вам не нужно писать ключи с помощью минуса или слэша. Вы можете писать параметры просто в определенном месте. А чтобы понять, какие параметры сейчас можно ввести, достаточно после ввода команды просто нажать пробел и нажать спасительный значок вопроса. Для каждой команды в контекстной справке будут представлены все возможные параметры, которые в данный момент можно ввести. Тот функционал, которого очень часто не хватает в командной строке Linux или Windows по умолчанию. Что я вижу? Что после команды clock мне необходимо дать обязательный параметр set для того, чтобы установить текущую дату и текущее время. Хорошо, воспользуюсь советом, напишу set. А что дальше? Я не знаю, что дальше. Ну, пойду по накатанной, нажму пробел и спасительный значок вопроса. И в подсказке вижу, что мне предлагают сейчас ввести текущее время в формате часы, двоеточие минуты, двоеточие секунды. Хорошо. Введу текущее время, примерно 19:00. А что дальше? Ставлю спасительный значок вопроса, и вот она развилка. Я могу написать либо день месяца, либо, собственно, название месяца. При этом обратите внимание, как написан день в подсказке. Дни написаны в угла... Номера дней написаны в угловых скобках. Если вы видите что-то в подсказке, указанное в угловых скобках, то это значит, что необходимо ввести что-то именно из указанного диапазона. Число от 1 до 31. Если я сейчас укажу здесь 0 или 32, это будет считаться ошибкой. Также обратите внимание, что ключевое слово months написано целиком заглавными буквами. Когда что-то написано целиком заглавными буквами, подразумевается, что на этом месте вы должны ввести какое-то осознанное название или имя. Не надо писать целиком заглавными буквами слово months, а надо написать действительно название месяца. Что у нас нынче-то? У нас нынче август. Давайте напишу август. Август. А что дальше? Пробел, значок вопроса. Вижу, что мне предлагают ввести теперь день без варианта. Кстати, в подсказке написано не с 1 по 31. И вроде как это правда, потому что в августе у нас всегда 31 день. А что если бы я ввел, например, другой месяц? Например, февраль. Увы, как видите, да, не происходит автоматической подстройки подсказки. И, судя по подсказке, возможно в феврале иметь 31 день. Но я думаю, что если бы вы ввели 31, то по факту возникла бы ошибка. Вернусь к августу. Нынче у нас 19 число. Я опять не знаю, что дальше. Нажимаю пробел, спасительный значок вопроса. Мне предлагается ввести год. И год надо указать в определенном диапазоне с 93 по 2035. Если устройство Cisco было сброшено к заводским настройкам, то время автоматически сбрасывается до 1 марта 1993 года. Это такая дата отчета времени в текущих версиях iOS. Почему до 2035, а не дальше, я, честно говоря, затрудняюсь сказать, что есть за знание у инженеров Cisco, почему они ограничили год 2035. Я надеюсь, мы доживем и проверим, что же будет дальше. Введу текущий год, у нас нынче год 2020, нажимаю пробел, значок вопроса, и в подсказке вижу нечто странное. В угловых скобках написано CR. CR – это аббревиатура от Carriage
Return, возврат каретки, подразумевается, что больше никакие параметры вводить не нужно. И вы можете просто нажать Enter. В результате интерпретатор попытается разобрать все, что вы написали. И если вы все написали верно синтаксически, то команда будет принята. Попробую. Прожимаю Enter. И действительно, что-то произошло. Посыпались какие-то сообщения на экран о том, что была изменена текущая дата. Вообще, эта ситуация несколько необычная, потому что в большинстве случаев, когда вы вводите команды, Cisco IOS отрабатывает молча. Команды, за исключением, очень редким исключением, отрабатывают мгновенно. И если при этом на экране вы не увидели никакого сообщения, значит, все прошло хорошо. Почему было выведено сообщение про изменение системного времени? Потому что системное время – это вещь довольно важная. На текущем времени и дате довольно много завязано, поэтому вас сознательно предупредили, что часы были перенастроены. Но вообще это редкость, когда Cisco IOS сообщает о результате действия команды, если все прошло хорошо. Подытожим. Мы познакомились со спасительным значком вопроса. Если ввести спасительный значок вопроса, находясь в любом из режимов, то мы можем посмотреть список доступных команд с кратким описанием. Если вы вводите значок вопроса после ввода команды или параметра, то вы можете увидеть, какие параметры ожидаются в данном конкретном месте. Третий вариант развития событий. Если вы введете часть команды или параметра и без пробела нажмете на спасительный значок вопроса, то на экране будут показаны только те команды или параметры, которые начинаются на введенную вами комбинацию, на clear, на CL в данном случае. В режиме решетки, в режиме привилегированном, на CL начинаются только две команды. Clear и clock. Если я введу clock и опять же без пробела поставлю значок вопроса, то я увижу, что clock на символы CLO начинается только одна единственная команда clock. Зачем это может, почему это может вам пригодиться? Внутри Cisco IOS есть очень полезный функционал, который называется автодополнение. Если вы работали с командной строкой Windows или Linux, то наверняка вы знаете о такой замечательной клавише, как Tab, табуляция. И табуляция работает и здесь. Если вы ввели часть команды или параметра, и эта последовательность символов, введенная вами, может быть развернута только во что-то одно. Например, я ввел clo, и я точно теперь знаю, что на clo начинается только одна единственная команда clock. Я могу нажать клавишу табуляция, и оставшиеся символы будут дописаны автоматически. Это очень полезно, это сокращает вам время набора. Это избавляет вас от случайных опечаток. И тот, кто давно работает с командной строкой, постоянно использует автодополнение. Автодополнение, в отличие от Windows и Linux, здесь работает не только для команд, но и для параметров. Если я введу начало параметра, например, S, и я вижу, что на S начинается один единственный параметр, я опять же могу нажать клавишу Tab, и параметр будет дописан. И это очень-очень удобно. Вернусь к страшной длиннючей команде для входа в режим глобального конфигурирования. Это команда конфига с параметром терминал. Много символов, вероятность ошибиться растет. Давайте попробуем воспользоваться автодополнением и это сократить. Я введу, например, часть команды con, и без пробела нажму значок вопроса.
К сожалению, на последовательность кон у меня начинаются две команды – конфига и connect. Автодополнение работать не будет. Если я буду нажимать клавишу Tab, то ничего не меняется. Моя последовательность кон отрисовывается еще раз. А вот если я сокращу до conf и без пробела поставлю значок вопроса, я увижу, что на conf начинается одна единственная команда – конфига. Значит, мне достаточно ввести conf и нажать клавишу Tab для того, чтобы интерпретатор меня понял и дописал слово. Аналогично с параметром терминал. Я введу буковку T и без пробела нажму значок вопроса и вижу, что на букву T начинается один единственный параметр – терминал. Это значит, что мне в принципе достаточно написать только букву T и сразу нажать Tab. Конфига, терминал. Значительное сокращение работы. Но это еще не все. По факту можно вообще кнопочку Tab и не нажимать. Мы увидели, что конфига можно сократить до conf, а терминал можно сократить до T. Можно так и оставить. Conf, пробел, T. И не нажимать кнопочку Tab. Cisco IOS попробует развернуть это в однозначную команду или параметр. И если это удастся, то команда и параметры будут выполнены. И в итоге получается, что можно сократить почти все. Например, никто не пишет для входа в привилегированный режим команду enable целиком. Это очень долго. Можно набрать EN и потом нажать клавишу Tab. А можно так и оставить просто. EN. EN. Надо войти в режим конфигурирования. Conf-T. Надо войти в режим конфигурирования интерфейса. Зачем писать длинное слово интерфейс? Можно написать int. Название интерфейсов тоже можно сокращать. Не писать целиком fast Ethernet или gigabit Ethernet. Можно сократить, например, до F или до G, в зависимости от того, какой интерфейс вам нужен. Например, int F01. Очень удобно. Получается такой собачий язык. EN, conf-t, int F01, no-shut и так далее. И надо признать, что этот собачий язык очень хорошо запоминается. Как-то вот эти отрывочные слоги в голове оседают лучше, чем полноценные команды. Поначалу это может показаться немножко непривычным, но вы, опять же, довольно быстро к этому привыкаете и начинаете вовсю использовать. И потом, когда вы возвращаетесь в командную строку Windows или Linux, вы понимаете, насколько этого не хватает. И очень трудно потом с командной строки Cisco IOS вернуться в командную строку в операционной системе. Не хватает спасительного значка вопроса в любом месте. Не хватает возможности сокращения автодополнения без таба, а просто в мозгах. Вот, в общем-то, наверное, и все. Вернусь снова в режим привилегированный. И последнее, что рассмотрю с вами, это частые ошибки. Я имею в виду ошибки синтаксические. Не логические, а именно синтаксические. Допустим, вы ввели команду clock и сразу нажали Enter. И вы видите первую вариацию ошибки, которая называется incomplete command. До ошибки еще нарисован значок процента. Наверное, это символизирует то, что за каждую допущенную ошибку вас будут на работе немножко депримировать. Неполная команда. Что значит неполная команда? Это значит, что вы дали мало параметров. В данном случае вы их вообще не дали. А у команды clock должны быть какие-то обязательные параметры. Поэтому вы можете
вбить команду clock еще раз. И если вы забыли, какие параметры есть, поставить пробел и нажать спасительный значок вопрос. Как видите, среди представленных вариантов нету в угловых скобках написанного CR. Это значит, что нельзя дать команду clock без параметров в принципе. Вы обязаны дать параметр set. Второй вариант ошибки. Что если я вместо set сразу напишу время, например, 19:10:00. Я вижу второй тип ошибки. Invalid input detected at и marker. Недопустимый ввод обнаружен и помечен маркером. И галочка указывает на начало параметра, в котором интерпретатор не может что-то разобрать. То есть первый параметр, название команды clock, все хорошо, а дальше неполадка где-то в 19:10:00. Самый простой способ, опять же, стереть этот неверный параметр и посмотреть, что в этом месте может быть с помощью спасительного значка вопроса. И действительно, в подсказке я вижу, что может быть только команда set, а время напрямую здесь писать еще нельзя. Увы и ах. Значит, второй тип ошибки, недопустимый ввод, замечен и помечен маркером, вот этим символом галочки. И третий тип ошибки, синтаксической. Вы были воодушевлены возможностью автодополнения, и не просто по кнопочке TAP, а просто в мозгах, и вы решили поэкспериментировать с сокращением команд. И даже вместо того, чтобы написать conf t, вы решили пойти дальше и написать, например, ну или вместо clock написать просто c. Вот, вам захотелось вот так. И я вижу третий тип ошибки – ambiguous command, неоднозначная команда. Когда вы видите подобный тип ошибки, это значит, что вы досокращались. Значит, вам необходимо ввести последовательность символов еще раз и без пробела нажать значок вопрос. Мы видим, что на буковку C начинается большое количество команд. И интерпретатор банально нас не понимает, что мы хотим из этого списка использовать. Если бы я хотел сократить слово clock, до какой меры я бы мог это сократить? Я введу CL, поставлю значок вопроса, вижу, что у меня все равно остается два варианта развития событий. Clear и clock. А вот если я введу clock, то clock однозначно развернется в clock. Значит, минимально слово clock можно развернуть, можно свернуть до clock, а меньше уже делать нельзя. Третий тип ошибки – ambiguous command. Неоднозначная команда. Значит, вы досокращались в команде или в параметре. Добавьте чуть-чуть символов, не жадничайте. Интересный момент. Если посмотреть подсказку по командам, начинающимся на S, то можно увидеть вот такую подсказку. Звездочка S равно show. Если вы видите в подсказке что-то со звездочкой, это значит, что наперерез тем правилам, которые я рассказывал раньше, команду show, например, в этом случае, можно смело сократить просто до одной единственной буквы S. Не обязательно писать sh, а минимум до show. А можно просто написать S, и это развернется в show. Зачем так сделали? Команда show – это очень частая команда. По сути, это команда, с помощью которой можно на устройстве посмотреть все, что угодно. И чтобы максимально сэкономить время инженеру, да, наперерез предыдущим правилам, ввели возможность обозначения этой команды всего лишь одной буквой S. Например, я хочу посмотреть текущее время. S clock. Show
Клок. Текущее, вывод текущей даты и времени. Подытожим. Мы рассмотрели различные варианты, различные режимы. Пользовательский, привилегированный, режим глобального конфигурирования. Под режимы. Рассмотрели, как из одного режима перейти в другой. Команды Enable, Disable, Configa Terminal. Рассмотрели, как выйти из различных режимов с помощью Exit или End. Рассмотрели контекстную справку, спасительный значок вопроса в различных ситуациях. Посмотрели на три частых синтаксических ошибки. В принципе, то, что я запланировал на сегодня, я озвучил. Есть ли у вас по отсмотренному, по услышанному какие-то вопросы? Вы можете задать их текстом в чат. Спасибо, Александр. Да, у вас это не совсем вопрос. Я рад, что вы узнали что-то новое. Это самое важное. Цель семинара – рассказать что-то интересное. Это здорово, когда в семинаре для новичков можно и бывалому обнаружить что-то новое. Судя по всему, все было довольно ясно и понятно, раз вопросов нету. Если вам понравился семинар и вы хотите продолжения, то мы ждем от вас обратной связи. Все контакты для связи со мной можно найти на моем сайте monahopes.ru. Вот. Или вы можете отправить отзыв о семинаре на электронный ящик info@sobakaspecialist.ru, ну, например, указав в теме отзыв о семинаре. И ваши, может быть, идеи, вопросы, обратная связь станут, например, одной из тем будущих семинаров. Как всегда, по традиции, в конце семинара, раз у меня есть такая возможность, я хочу выразить благодарность. Большое количество людей заслуживает благодарности с моей стороны. Сегодня я бы хотел выразить благодарность Анастасии в девичестве Шевченко, сейчас она Тарасьян. А Анастасия – это тот человек, который открыл для меня программу сетевой академии ЦИСКО. И, возможно, это первый человек, который навел меня на мысль о преподавании курсов по сетевым технологиям и курсов по оборудованию ЦИСКО Systems. Спасибо, Анастасия, вам большое. Вряд ли вы сейчас смотрите семинар онлайн, но я думаю, если вы увидите этот семинар в записи, вам будет приятно. Спасибо вам, Настя. Спасибо. Если вас заинтересовали вопросы, которые мы озвучивали сегодня на семинаре, если вам хочется обучиться работе с оборудованием Cisco Systems, обучиться сетям, будем рады видеть вас на наших курсах. Если вас заинтересовало, то можете посмотреть всю необходимую информацию на нашем сайте specialist.ru или позвонив по телефону 495-232-3216. А на этом у меня все. Спасибо вам всем большое, крепкого вам здоровья и, надеюсь, увидимся еще. Всего доброго вам.